brothers and sisters. I don't know what this world is coming to. Ассоциация «Сторм Крю» представляет на радио Динамит FM легендарную программу. Программу «Шторм». «Шторм». World of Drum and Bass Music in Russia. Все о Drum and Bass и брейкбит музыке. Каждую среду с 22.00 до полуночи грув и дэн на Динамит FM. And you're in tune to the Storm Crew. До свидания. Ну и что ж, как всегда, каждую среду ровно в 22 часа с вами вместе программа «Шторм», ассоциация «Storm Crew». И, конечно же, «Drum and Bass». И всем привет! С вами вместе диджей Груни и, в общем-то... И, в общем-то, диджей Дрюня тоже пришел. Всем спасибо...
тем людям, кто пришел на день рождения. Такого мяса я не ожидал, честно говоря, клуб тоже. На самом деле я рассчитывал на прибытие 300 человек, в итоге пришло 2000, причем половина пришла, пошла обратно домой. Скромняга. Почему? 300 человек он ожидал. Нет, на самом деле я так и думал, что придет 300 человек, и приношу сразу за неудобство, если кому-то что-то не понравилось. А на самом деле я сам в бешеном восторге, и побольше бы таких акций. Ну, на самом деле, все было просто замечательно. Я не нашел ни одного урона, потому что от этой акции веяло настоящим мероприятием года 96-го, 97-го, 95-го, именно по настроению. Это был действительно настоящий и мощнейший рейв. Кстати, сейчас будет играть композиция, именно та композиция, которую Дэн сыграл. Была премьера на его день рождения, и она называлась на Pump Me Up, и получил компакт какой-то счастливчик, я помню. Он ходил и по залу просто ходил с руками поднятыми, говорил: «Мое, я это точно помню». А я даже и не видел обладателя счастливого, потому что это была единственная копия. Дело в том, что этот трек нигде не будет выходить, и, может быть, даже и никогда нигде не выйдет. Просто он будет только на CDR в виде такого лазерного дабплейта будет играться мной и тем счастливчиком, который поймал его. Лазерный дабплейт. Ну что ж, я думаю, что на самом деле лазерный дабплейт будет сейчас прямо здесь звучать. А хочу вам всем напомнить, что это программа «Шторм», с вами ассоциация «Storm Crew», и сегодня у нас много очень интересной информации для вас и, конечно, интересной музыки. DJ Dan, Pump Me Up. Хочу вам напомнить, что спонсор программы — клуб «Хамелеон», новый натуральный цвет. В среду 20 февраля студенческий день, вход для всех студентов бесплатный до утра. Вас ждут по адресу: улица Пресненский вал, дом 14, телефон 253-63-43, 253-63-43. We'll be right back.
ритме в программе «Шторм». Самое время сказать о том, что буквально через некоторое время, то есть в марте мы будем ожидать несколько серий миксов от российских диджакеев. Какие диджакеи будут, вы об этом обязательно узнаете. И в самый момент, наверное, диджею Дэну рассказать о том, что будет происходить у него в ближайшем времени на Дэнджет. И вообще, что будет выходить, какие сборники, какие вещи. Допустим, вот что касается сборников «Шторм» и «Книга джунглей», есть ли какие-нибудь... мысли. Мысли, как всегда, куча, к сожалению, нет финансов. Сейчас вот как раз собираюсь вплотную заняться лейблом, и поэтому те люди, которые пишут музыку, было бы интересно, если вам интересно издаться на лейбле Дэнджет, то присылайте свои демо-записи. Сюда? Сюда, да, на станцию. Или встретимся на www.djden.ru. Оставляйте свои контакты, присылайте свои демо туда в MP3 формате. И мы обязательно вас прослушаем и все для этого сделаем. Ну что ж, а сейчас мы продолжаем программу «Шторм», и сегодня у нас будет очень много интересного. Хочу сказать, что сегодня у нас должно состояться интервью в прямом эфире с Джоном Би. Как вы знаете, этот человек должен оказаться в Москве здесь в воскресенье, 24 числа. И также сегодня у нас в гостях впервые DJ Дэн. Саша Джазманс, который нам расскажет о себе и вообще о том, что будет происходить завтра в клубе B2 при пати Джона Би. Так что слушайте новую музыку. Сегодня будет очень много новых треков. И программа «Шторм» продолжается. Thank you.
Уже знаком, потому что он уже играл в «Шторме». Это тоже DJ Dan, и вещь его называется «Stardust», «Taming Tune». И похоже то, что собирается уже альбом. Drum'n'Bass'овый альбом у Дэна. Это так или не так? Drum'n'Bass'овый альбом не собирается. Все это выйдет в альбоме «Барбитур». Называется он «Конструктор». Уже в пятницу будет официальный релиз. В пятницу он придет уже с завода. Большой-большой тираж, поэтому можно уже на следующей неделе спрашивать в музыкальных магазинах города альбом «Барбитура», который называется «Конструктор». Очень прикольно. Я абсолютно недавно смотрел несколько музыкальных сборников, почему-то с «Конструктором», и я обнаружил, оказывается, появился новый диджакей, диджей Самоделкин. Это было очень забавно, никуда не исчезайте, сейчас «Двигатель торговли», увидимся. Еще раз всем привет, кто только что подключился на радио Динамит FM. В Москве 101.2. Это программа «Шторм», и я вас приветствую. Мы вас приветствуем, ассоциация «Storm Crew» и AK-47. Сейчас будет очень много хорошей легкой музыки в течение 15-20 минут. Совершенно новые пластинки. Я даже не знаю, что сейчас играет. Просто написано «Deep» и все. «Тест-пресс». Уже в студии появился диджей Новак с новостями, но это немножко попозже. И, конечно, готовьтесь к завтрашнему угару B2. Ну а пока мюзик.
называется System, это марки Exosyland. Очень мелодично. Наутилус. По-прежнему программа Шторм. Всю информацию вы можете оставлять на пейджере 974-2222. Все ваши вопросы мы постараемся на них ответить. Ждем и слушаем. Пока. Deep B. We'll be right back.
Композиция — это Дэнни Бёрд, Expanded и ремикс High Contrast на его вещь.
Hi, my name's Rob Playford and big up Storm Crew. В эфире программа «Шторм», и все, что вы хотите знать о драм-н-бейсе, вы можете найти на сайтах www.djden.ru и www.ak47.ru. Все, что имеет отношение к драм-н-бейс мероприятиям, к будущим вечеринкам, которые должны произойти. В том числе, конечно же, и приезд Джона Би 24 числа. И завтрашняя препатия. Завтрашняя акция, на которой играем вместе мы с Новаком. В клубе B2. Ну, немножко об этом попозже разговор, пока мы слушаем с вами лейбл Computer Integrated Audio. The Total Science, ремикс Калибра. Я хочу также, чтобы вы не забывали о том, что сегодня у нас в программе новости от диджея Новака и также 20-минутный микс от Профита, который он специально сегодня скомпилировал для приезда Джона Би. Это будет немножечко все вы услышите попозже. Но пока мы никуда не исчезаем, потому что сейчас будет двигатель торговли и потом в эфире гости. С вами программа «Шторм». Это ассоциация «Storm Crew». AK-47 прямо здесь, сейчас, в Москве. В студии радио «Динамит FM». Все о драм-н-бейсе. Приветствую всех любителей этой музыки. И вообще просто людей, которые любят слушать интересную музыку и ходить на отличающиеся от других мероприятий акции. В
Каждый раз появляются различные новые интересные люди, с которыми ты раньше не был знаком, но когда они оказываются рядом с тобой и рядом в этой культуре, мы обязательно должны, конечно же, знакомить с такими людьми вас, потому что вы наши слушатели. Мы люди, которые даем вам просвещение, не побоюсь этого слова, просветляем вас и извещаем о том, что происходит на драм-н-бейс-сцене и в драм-н-бейс-музыке. И на данный момент сейчас у нас здесь в эфире один из представителей драм-н-бейс-сцены. Я хочу познакомиться. Всем привет, это Саша Джазман из промо-группы Serious Sounds. Очень рад, что вы сейчас слушаете. Рад вам буду рассказать о том, что произойдет в ближайшем времени. Ну что ж, я, насколько знаю, что ты помимо своих джангл еще, как бы говоря, старинных и старейших джангл интересов, делаешь вечеринки, и скажи мне, чем ты пользуешься, и вообще, что ты, для чего ты делаешь джангл вечеринки? У меня такой вот вопрос, помимо того, что просто продвигать эту музыку, вот такой. Ну, помимо того, чтобы просто продвигать драм-н-бейс-музыку массы, так скажем, основной целью наших вечеринок является привнесение что-то отдельно нового, то есть каждая наша вечеринка отличается от остальных, как тех, которые мы уже провели, так и тех, которые проводят различные люди, включая вас и другие промо-группы, какой-то, ну, прям так можно сказать, фишкой, то есть... На каждой вечеринке происходит выступление какого-то либо приглашенного музыканта или диджакея из других городов, из России, тех, кто может показать что-то интересное. Ну, например, 21-го завтра это будет твой, Женя, сет, да, посвященный приезду Джона Би. Так что обязательно давайте приходите, завтра будет очень много новой музыки от меня, от Новака. Вот, кстати, завтра я, как и получается, и буду работать именно на твоей вечеринке, которую ты делаешь. Так, супер, отлично. Почему такое название «Serious Sounds»? Ну, несмотря на то, что мы достаточно молоды и действуем не так много времени, мы стараемся сразу названием нашей промо-группы показать, что мы серьезно настроены и не собираемся делать что-то детское. Мы пытаемся серьезную музыку нести серьезным людям. Кстати, молодым и взрослым. По-русски бы намного лучше звучало «серьезные звуки». Представляешь, как? «Серьезные звуки». Аналогия «звуки му» могла пройти. Да, окей, отлично. Аналогия «звуки му». Хорошо, я еще хочу задать тебе такой вопрос. «Serious Sounds», вот группа, которая у тебя есть, кто в нее входит? Какие люди вообще? Диджакеи или еще промоутеры? Мне интересно. Ага, конечно. Это нельзя пропустить. В «Serious Sounds» 4 человека всего. Это диск-джакей Юрий Фро. Это диск-жокей Денис Драмер, это диск-жокей, музыкант и продюсер, издающийся достаточно серьезно, Анатолий Айс, всем привет. Ну и, конечно, ваш покорный слуга Саша Джазман. Окей. Ну что ж, я надеюсь, что ты сейчас скажешь пару слов о акции, которая должна пройти завтра в B2, чтобы более-менее было всем понятно, где это находится, если кто ни разу не был в этом клубе, и вообще все, что связано с входом, и вообще все, что связано с этим мероприятием. Отлично. Ну что ж, вечеринка проходит в серии Serious at B2, называется Mainline. Итак, адрес клуба B2 – это улица Большая Садовая, дом 8, метро Маяковская. Клуб тяжело пропустить, там висит огромная красная вывеска. Концепция вечеринки такова. Женя Грув представит специальный сет, посвященный приезду звезды мировой драм-н-бейс-сцены Джона Би в Москву и в Петербург, в целом в Россию. Итак, произойдет специальный two-step-break-сет от диджакея Алексея Альтера. Сайт Tostep.ru. Также ваш покорный слуга Юрий Фро представит лучше, чем они располагают. Соответственно, это диджей-сеты. Что касается самой вечеринки, она пройдет в временных рамках с половины первого ночи до 6:30. Что ж, вход будет стоить 100 рублей. Итак, 21 число с половины первого до 6:30 вечеринка Serious at B2. Диджаки Алексей Альтера, Саша Джазман, Юрий Фро, Грув и Новак. Окей, ну и, наверное, чтобы больше не задерживать, потому что у нас еще очень много информации, и ты хотел сказать мощнейшее какое-то количество приветов всем передать. Я думаю, что сейчас это и произойдет на данный момент. Да, ну что ж, я вообще варюсь в драм-н-бейс-культуре года этак с 95-96. Первый раз на шторме все время, естественно, мечтал попасть. И не могу не воспользоваться этим случаем, чтобы передать приветы всем, кто меня знает и любит. В первую очередь, это, конечно, приветы моим любимым родителям. Без них я бы не стал тем, что есть. Я знаю, что они слушают. Вам привет. Также это очень огромный привет моей любимой девушке Миле. Всем участникам Serious Sounds, всем диджакеям, музыкантам и тем, кто у нас выступал.
Александру Инсу отдельно, Алексею Альтеро, который представит свой сет. Это владелец сайта Two Step.ru. Ну что ж, Марине Клевой, мультикам, привет Паше Холоду, Ире Шейде и отдельно моему любимому университету, Государственный университет управления, 4-й курс группы ГИМУ-4.1. Ну и, конечно, я не могу забыть всех тех, кто сейчас слушает. Передаю огромный вам привет и жду 21-го в Б2. То бишь завтра. Ну что ж, это был в эфире Саша Джазман. Большое тебе спасибо, промо-группа Sirius Sound. И буквально через некоторое время мы будем здесь, прямо сейчас, в эфире, вместе с Ноуком рассказывать о Джонни Би. Ну а пока слушаем с вами Маркус и Алекса Saint Files, Warp 3, и это ремикс Total Science. Просто ломовая вещь. Лейбл Frontline, лейбл Паскаля, как мы знаем это. Если кто не знает, тот, наверное, не знает, кто такой Паскаль. Команда Outfit. The Outfit, и вещь называется Hot Love. Очень хорошая вещь. Играл ее несколько раз, просто взрывает танцпол. Окей. Это программа Шторм. Вы вместе с нами. Присылайте все свои сообщения нам, мы буквально через некоторое время начнем отвечать, и после этой композиции у нас в гостях Новак. И скоро состоится разговор с Джоном Би у нас прямо здесь сейчас.